спасет. Нашей встречи, что у нас все-таки состоялась третья попытка, все-таки Бог любит Троицу, поэтому сегодня мы действительно с вами, несмотря на то, что сегодня уже 1 ноября, а мы хотели встретиться еще, по-моему, 29 марта. Злопамятные какие-то. Но в любом случае, мне очень приятно, что мы все живы-здоровы и почти не кашляем. Наш концерт состоялся, вернее, состоится. Мне очень действительно приятно, что мы сидим вот такой замечательной компанией. Даже через одного иногда сидим. Тут вот смелые люди вместе. Вот. Ну, я думаю, что это все проходит, пройдет и это. Поэтому еще раз спасибо, и мы начинаем наш концерт. Песня Максима Дунаевского, моего друга, на стихи Александра Волоха. «Цветы запоздалые». Я вижу сон, река в снегу, как в платье венчается, и ты стоишь на берегу, а берег качается, ложится снег из пустоты на землю.
Вспомним веселых ребят, это коллектив замечательный, в котором я работал много лет. И мы сделали попурри на тему песен веселых ребят. Наверняка кто-то эти песни помнит. Можем спеть вместе. Есть такая редкая возможность. Нас не пускают нас отдыхать в другие страны. Ну и петь сами. Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво обдевать девчонок. Друзей своих. Это так, но ты с Алёшкой несчастлива, несчастлива, а судьба связала крепко нас троих. Oh,
становится на различные воздушные, земные, подземные. Но самый популярный транспорт, конечно же, это автомобили. Итак, песня про автомобили. Наверное, скоро мы ходить разучимся. Уже привычка ездить оживет. Пройти пешком всего два шага мучимся. 100 километров автобус. Где можно видеть яхты, лодки, шхуны, траулеры, сейнеры, добывающие рыбку, крабиков, гельшок морской, да и морку красную. Но я люблю черный, это же Каспий, это же Даузер. Ну, поэтому охотимся по пожарной, кабачковой, тоже неплохо. А естественно, вы сопровождаете эти корабли, очень красивые, чайки все налетают, корабли. Итак, корабли. Корабли уходят в море. Я ладони свет прикрою, отыщу на горизонте точку в голубой дали. И пока я вижу парус, я душой не состарюсь. И, наверное, за это люди любят корабли.
Спасибо большое. Следующая песня посвящается людям, которые путешествуют, точнее, в командировку бывает. Это в основном мужчины, которые ездят на производство, налаживают там оборудование какое-то. И вот вечерами в гостинице делать нечего, идут искать приключения. Заходят, конечно, в ресторанчик, вот что происходит. Кабачок в глубинке заводи. Пластинку, ну и что, что сердце бьется мне в попад? А она, картинка, говорит, и слезинка по щеке течет, но я не виноват. Хорошо сидим, прям как в сказке, не хватает ей видно ласки. На душе у ней видно рано, рано, да большой любви полстакана, рано. Она не так умна, как ты хочешь, она ведь не так нежна, звездной ночью, и в общем не скромна, а порочна, но без нее хана, это точно. Вечерок ложился, я почти влюбился, крик души пока никто не обнял. Обещал жениться, но надо ж так ее написал. Хорошо, что взять с собой не обещал. Жабая вода из-под крана. Где это я был, непонятно, на-на. Видимо, любил, но да ладно, на-на. Она не так умна, как ты хочешь, она не так нежна, звезды ночи. И в общем не странно, а порочно, но без нее хана.
Thank you.
Следующая песня посвящается осени, сегодня 1 сентября. Останемся одни вечером, осенним вечером. Без просвета желтые огни будут тишину рассвечивать. Я как мой твоих светлых губ светлый поправлю руками. Для вас сегодня осенний романс. Я знаю, осень не права, она сердца околдовала. В тебе любовь еще жива, во мне любви уже не стало, и нежность в памяти храня. Пойми, что я тебе не нужен, и на заре былого дня я не тобою был разбужен. Ищу и жду
Thank you.
Я обычно в губы целуюсь, но сегодня говорить нельзя, потому что мама там занесет кому-нибудь что-нибудь. Можно и за деревню. А так что сегодня как-то так, ну, щечки. Ой, ладно, извиняюсь, если что. Я люблю обнялся. Спасибо. Да уж. Невесомость. Я вдыхаю твой лед, наши души в потоке за петлю петля. Сердце рвется в полет, и безумные струки обгоняют меня. Я вхожу в облака, чтобы вместе на крыльях, и, конечно, без слов. А по венам река мы с тобой не доплыли, нету ни берегов. Невесомость лучше падения. Невесомость, если твое.
огромное. Спасибо большое. Каждая песня имеет свою историю, и следующая песня родилась не случайно, и не в этом году, и не в прошлом. Это Средиземное море, страна Италия, куда нас сегодня что-то не пускает, почему-то. Соленто. На твоих ресницах тени, и часы пробили осень. Полночь скроет в небе синем, рейс 15:48. Ты печаль уже не прячешь, под вуаль улыбки нежной. Улетает русский мальчик, ждет его ноябрь без ноября. Thank you.
Давайте что-нибудь такое споем совместно. Споемте, друзья, без завтра. Идем. Идем, блин, рассветный туман на работу. Какая на работу? Ну что-то споем, я? Не знаю. Нам все делать нечего, нам завтра работать не идти. Мы завтра тоже вообще не работаем. Я как-то спросил раньше, ну давно еще там, говорю, так, ты что делаешь? Я говорю, я музыкант, ну там что-то пою, танцую там и так далее. Ну хорошо, а работаешь ты где? Это раньше было, сейчас, говорят, это почетная профессия, что там. Как-то спросили сына, сынок, легко ли? Нет, папа, сынка. Папа, легко ли быть артистом? Нет, сынок, наливай, да пей. Примерно так. Ну, в любом случае, давайте пока вот вы думаете, что мы будем петь, я вам что-нибудь такое расскажу. Мы же не каждый день вот так вот прям серьезные такие. Бывают случаи разные. Приезжаешь к вам в гости. У меня много друзей, они работают в различных структурах. Силовых, в основном, там. Там 9-е управление, 6-е. Прослушка, ну и различные органы. Они любят петь всякие песни, но в основном такие. Вот, ну и была такая история, говорит, а ты можешь такую песню петь? Ну, запросто. И, в общем, мы выпили грампа, там, чай, кофе. Вот, ну и влилась песня. Звучала прямо так. Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были утки, шулерапич. Банда занимала темными делами, и за ней следили лучика. Банда занималась темными делами, и за ней следили лучика. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, люби. Споем серьезно что-нибудь нормальное, человеческое, а то вот это все. Зимний сад. Точно? Гарантируете? Хорошо, я согласен на все, особенно на это. Значит, зимний сад, точно. Я начну запев, а вы припев вместе со мной сможете спеть? Потому что хочется так. Непонятно, что еще будет в декабре. Так что давайте запомним. Зимний сад.
Поздравляем тебя,
Гитара. Олег Куровкин!
65 закрыли вообще все. Завтра. Что будем дальше делать? Что мы 39? Завтра. Ну что, про волю? Серьезно, что ли? Yeah.
спасибо, друзья мои. Мне очень приятно, что вы сегодня все-таки с третьего раза у вас все получилось. Я думаю, что все равно вот это все закончится когда-нибудь. И просто берегите друг друга. Ну, чаще будем мыться, что ли, я не знаю уже. Наша вода была хотя бы. Поэтому нас приучают, видите, деться не приучили, а сейчас моем руки постоянно, да? Соперки вытираем, масочки носим. Все нормально, не знаю, что дальше будет еще. Я еще тут предсказал 13 января именно 2020 года. Я сказал об этом, но я потом напишу комментарий, видео выставлю, как раз я у Кремля стою, я об этом говорю. Нам не надо быть дорогом, чтобы понять, что надо просто включать мозги и не поддаваться в панике. Берегите друг друга. Спасибо, друзья, спасибо, что вы пришли сегодня. Вы смелые люди.